Вот как смотри, гранитная мастерская. Пойдем, гранит. Памятники. Нам надо памятников, так, да? Будет? Подожди. Тихо. Здравствуйте. Возьмите нас на работу, пожалуйста. Мы умеем памятники ставить. По-братски. Это... Давай, убери отсюда. Все, ладно, я понял. Все, братан. Так, нельзя здесь, короче. Не возьмут нас на работу, хотя здесь я бы мог дальше, надо дальше посекать. Что дальше-то? Так, мы оттуда прибежали, ну, да? Злые, да? Злые сразу сказали, камеру убери, я тебе сейчас порву. На Мардана выколю. Во, о, шмотки, пошли. Здрасте. Здрасте. Возьмите нас на работу, пожалуйста. Кем-нибудь, хоть кем-нибудь, прошу вас. Серьезно, я могу носить женскую обувь, дегустировать. Носить ее на ногу. Мы не работодатели. Вы не работодатели? Мы можем размеры все быстро. Чего Макс может? Возьмите, пожалуйста, нас на работу. А, это манекен. Так, я приду сюда. Здравствуйте. А мне очень нужна работа. Вы можете мне взять на работу? Это какие-то странные девушки, они не разговаривают. А это вообще город? Это село? Что это? Вы знаете русский? Нет, здесь никто ничего не знает вообще. Что за... Господи, где мы находимся? Я не понимаю. Здрасте. Возьмете на работу меня, пожалуйста? Нет. Кладовщиком хоть. Он может дегустировать помидоры. Возьмите на работу его. Да? Я могу жонглировать. Ты жонглир? Осторожней. Помидоры не это, не испорти. Положи помидоры. Неся, все, извини. Не трогай продукты. Он просто чуть-чуть этот, это брат мой, он странный немножко. Ладно, не возьмете нас. Как странный? Ну вот странноватый, все время надо что-то ему потрогать, все. Пожалуйста. Ну мне просто пару гвоздей забью. Ну да, не будет. Ну и Маша, просто расскажите, как у вас работает здесь. Работа нам нужна. Так, вещи. Пойдем в машину. Маша. Да, там детский мир какой-то. О, Маша, там. Здрасте. Ни хрена себе. Вам работник не нужен? Я реально да, крутой работник. Вы так с палкой забежали, я думал, нет, пить будет. Нет, конечно, нет. Нет, не нужны работники. Я буду камазиком. Ты куда, Макс? Так. Извините, у меня брат неадекват. Ты что сделаешь? Я могу состроить все здесь, понимаешь? Ты можешь грузить землю? Он может землю грузить реально вот этой штукой. Понимаете, я могу собрать это как лего, понимаете, для меня. Это вообще легко. Танк, смотри, так, Макс. Молодые люди. Что? Вам это не детская площадка? Да, так, вы Макс. Вы приехали туда, будьте любезны на выход. Макс, выйди, пожалуйста. Да. А ты что? А я сейчас попробую договориться. Не если надо со мной ничего договариваться. Как? Да возьмите. Потому что таким поведением дурачиться вон на улице. Да я пол могу помыть, реально. Да не надо, ну вы что, глупые что ли? Все, ладно. Или надо голос повышать? Все, я понял. Сейчас будем работать, да? Будем. Ну мы все равно. Так, и что мне? Хотя бы в ателье вам надо. В ателье? Ну, я могу прибивать каблуки, например, нет, что-то. Нет, вы каблуки не будете прибивать. Не буду? Нет. Нифига себе. Вот это да. Вот сюда, может, устроимся, а? Слушай, я тут бы поработал, серьезно тебе говорю. Нет, хорошо. Слушайте, а вам не нужны дегустаторы вот этих вот прекрасных изделий? Максим может продегустировать. Не, ну а что вы, давайте попробуем. Как ты хочешь? Вот. Это вообще-то будем дегустировать. Женское белье. Не знаю, но я буду, я разбираюсь. Ты разбираешься? Да, разбираюссь. Ни один лифчик расстегнул, да, сзади? Не подходит. Да? А вам какая нужна? Покрасивше что-нибудь, да? Знаешь, волосатая грудь, зачем? Макс, волосатую свою грудь припрячь быстро. Людей не пугай. Здравствуйте. Ножи от мясорубки сдавали, поточить. Да. Так, сколько? 150. 150 рублей с вас. Большое вам спасибо. Я помощница, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксюша. Ксюша, очень приятно. Да. А вы постоянный клиент? Всегда. Хорошо. Все, что надо, и ботинки, и одежда. Заходите, мы будем вас ждать. Так, видите, как я вам помогаю? Вижу. Так. Здравствуйте. Вам не нужны люди, которые могут помочь вам при задержании? Конечно, нужны. Нужны? Нет? Нет. Нифига, у вас тачка... Нужны. Не нужны.
Нужны, говорю. Так, хорошо, я готов выполнять, сэр, что-нибудь, что вы мне прикажете. Вместо отдел полиции обратитесь. Вместо отдел полиции. Телефончик, вас будут все знать. Да? Нифига себе. О, круто, слышь. У нас есть первая работа, я всегда был, хотел служить в своей стране. Скажите, а откуда у вас такая крутая тачка? Написано. Офигеть, это бэха просто. Это прокачано. Вот так, это значит, мы под хорошим властным контролем, и нас спасут, если что, если у нас будут проблемы. Пресс-службу МВД оставляешь свою резолюцию и устраиваешься, будешь ездить. Да? Можно я вам руку пожму? Да. Спасибо большое. Нет, пока. Рад служить. Ты чудесный человек. Да, спасибо. Так, ладно. Погнали. Это было весело. Хотел. А потом я говорю, возьмите меня на работу. Он говорит, ты все сломаешь у меня. Все, как ты его уговорила? Ну, я говорю, как ты уговорила? Просила. Я умею разгадывать просмотры, надувать шары Вот дайте ему шар, он знаете, как надуть за секунду. Щеки-то не лопнут твои, Максим? Не лопнут, говорит. Говорит, не лопнут. Ладно, спасибо, и на том. Может, все? Все, я в тупике. Я тоже. Ну все. Пойдемте тачку ловить. Поехали дальше куда-нибудь. Или пойдем пешком.